Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу и покажу, как мы выходим с папой из положения, чтобы подвесить вот такую красивую тарелку. Вот эта тарелка, расписанная мной, она весит больше килограмма. Ну, наверное, килограмма полтора. Надо взвесить ее, поставить на весы. Вот. Я уже 5 раз приклеивала, наверное. Вот смотрите. Я зачищала, царапала отвертками, царапала острыми ножами, чем только не царапала, приклеивала на клей, делала дополнительные. И все равно, ну, самый максимум она у меня повисела 3 месяца и потом падала. Она падала уже 2 раза, представляете? Эта тарелка падала 2 раза, но, слава богу, не разбила у меня телевизор. Вот он, телевизор вот здесь у меня висит. Да, вот мои вот эти все работы, тарелочки, часы и все такое, да. И вот здесь она висела, вот от голубой рядом она висела, от голубой тарелки рядом. И она падает, и как она не разбила мне телевизор, и сама не разбилась. Вы представляете, как надежно сделано, что она даже ни один камушек у меня не отпал и все такое. В общем, и сама она не разбилась. И вот теперь мы решили сделать надежные подвесы. Вот здесь, на этой керамике, вообще ничего не держится. Тяжелые килограммы, больше килограмма, и поэтому как бы не выдерживают веса. Поэтому мы решили сделать подвесы из вязальной проволоки. И я сейчас покажу вам, как мы это все будем делать. Вот, ребят, смотрите, вот вязальная проволока, целый моток, да? Мы отрезали достаточное количество, приблизительно с метр, 2 проволоки. И сейчас папа начинает ее скручивать промеж собой. Папуль, ну-ка поближе ручки пододвинь. Вот сюда, 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 чтобы я видела, где это. Ой, где, вот. Вот видите, он начинает скручивать, зажал плоскогубцами. И сейчас промеж собой будет просто по кругу скручивать 2 вот этих проволоки. Вот так, ребят, видите, мы начали скручивать. Вот так мы хотим связать проволоку. У нас просто жестче нету. И укрепить ее. А так она вязальная очень слабенькая. Сейчас мы вот эти 2 метра промеж собой скрутим, где плоскогубцами, где как что. В общем, скручиваем. Конечно, я хотела украсить эту сторону, вот эту всю. Но есть такая проблема, что видите, здесь кафель. Кафель, в принципе, дорогой, польский. И как бы, ну вот если сверлить на этом кафеле, то получается как-то не так. Поэтому нам приходится вот здесь вверху все вот это вывешивать. И здесь у нас как бы своеобразная такая стенка, стенд. Смотрите, проволоку мы скрутили. Теперь согнули ее пополам. И вот здесь делаем такую петлю. Именно это будет подвес для шурупа, для гвоздя. На ней будет висеть тарелка. Вот, ребят, смотрите, какая суть. Здесь, значит, вот петля. Вот здесь будет подвешиваться тарелка. Вот здесь мы сделали дополнительное крепление из той же проволоки, чтобы, ну, не расходилось, не сходилось, чтобы у нас тарелка-то не играла, и это не разошлось, и тарелка не вывалилась. И здесь мы сделаем сейчас небольшие зажимы, такие перегибы для тарелки. Ну вот, друзья, такой получился у меня подвесик. Вот такой у него принцип действия. Сейчас, конечно, чтобы он не был таким совсем дрековским на фоне этой тарелки, я его покрашу золотой красочкой, так как у меня тут много золота. Золотой красочкой быстренько пройдусь, подсушу его и закреплю с обратной стороны на этой же тарелке. Подвес мой просох. Теперь мы переворачиваем. Ну, приблизительно это будет вот так. А можем вот здесь, как здесь было, сверху. Вот так и сделать. Туго, плотно. И вот сюда сейчас мы его подвесим, приклею в нескольких местах, здесь дополнительно, чтобы он прижимался. Клеить буду на гель, вот, момент прозрачный. Мы сначала мажем и даем предварительно высохнуть. Немножко, чтобы он постоял. Также мажу проволоку и
тарелку. Так, ребята, эта тарелочка висит теперь в своем ряду. И вот только видите, снизу немножко видны, что это что-то, за что-то она держится. А так вообще не видно. Ну и вот, все, дополнили ряд, развесили тарелочки. И вот эта красавица тяжелая так висит. Остальные тарелки выдерживают обыкновенные подвесы. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.